Это «День города», в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Здесь будет новый парк. Депутаты Рязанской городской думы внесли изменения в правила землепользования и застройки. Двойной успех. После официального вступления в должность губернатора Павел Малков возглавил региональное отделение партии власти. А он точно от Пересвета? Развенчание мифа о древнем артефакте. Сегодня депутаты Рязанской городской думы внесли изменения в правила землепользования и застройки для возведения нового парка. Его хотят обустроить в районе завода «Красное знамя». Кроме того, депутаты утвердили установку двух мемориальных досок. В официальной повестке заседания Рязанской городской думы значилось 28 вопросов. Один из основных – изменения в правила землепользования и застройки. Назначение и границы территории в районе проезда Шабулина и улицы Октябрьской нужно было подкорректировать. В генеральный план города, кстати, изменения уже были внесены. Проектом решения предлагается внести изменения в правила землепользования и застройки в части изменения границ территориальных зон, зоны общественной жилой застройки, Ж5, зоны спортивных комплексов и сооружений, Р1, зоны городских парков, скверов, бульваров, Р3, зоны озеленения специального назначения, К4, в отношении территории, расположенной по адресу город Рязань, в районе улицы Октябрьская, проезд Шабулина. На рассматриваемой территории планируется формирование парка. Новый парк у завода «Красное знамя» должен быть с парковкой. Об этом говорили народные избранники, обсуждая вопросы. И она, как заверили представители Рязанской мэрии, точно там будет. Еще один вопрос касался возможности обустройства спортивного зала для сотрудников на территории промышленных предприятий. Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки были одобрены депутатским корпусом. Поддержали парламентарии и вопрос установки двух мемориальных досок. Предлагается разрешить Рязанскому государственному медицинскому университету установить за счет собственных средств мемориальную доску на фасаде здания, расположенного по адресу город Рязань, улица Маяковского, дом 105, со следующим текстом. В этом здании с 1970 по 2021 год работал известный ученый-фармаколог, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, кандидат фармацевтических наук, заведующий кафедрой фармацевтической технологии Николай Георгиевич Селезенев. А вот в школе номер 39 решили установить доску в память о своем выпускнике, геройски погибшем на Донбассе Леониде Резаддинове. Командир парашютно-десантного взвода указом президента России был награжден орденом мужества посмертно. Обе инициативы депутаты поддержали единогласно. Павел Малков – новый секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». Это стало известно по итогам 36-й конференции местного штаба партии. О том, какие задачи нужно решать партии власти прямо сейчас, Валерий Седов. Губернатор Рязанской области Павел Малков избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Уже в новом статусе он поблагодарил однопартийцев за оказанную поддержку. Также отметил, что в одиночку невозможно изменить ситуацию. Сделать это можно только в команде. Надо уже не обещать, а брать и делать все, о чем говорили. Все, что раньше уже озвучивали. И нам вместе сейчас с вами предстоит сформировать перечень приоритетов. Ряд поручений уже дал по итогам поездки, они уже начинают реализовываться в исполнительных органах власти. Во время своих рабочих поездок Павел Малков общался с местными жителями, определяя главные проблемы региона. Такой же тактики придерживается и партия – узнать, что беспокоит народ. На основе этого и была сформирована так называемая народная программа. Она теперь определяет вектор развития страны. В региональном значении список проблем повлиял на предвыборную программу Павла Малкова, и часть из обещанного уже реализуется. В центре нашего внимания должны оставаться и все жители региона, поскольку у нас перед ними, конечно же, очень серьезные обязательства. Вы знаете, что в прошлом году «Единая Россия», в том числе с вашим участием, собрала миллионы наказов, которые легли в основу нашей народной программы. С ней мы уверенно победили на выборах в Государственную Думу в 2021 году. И теперь настало время эти обещания выполнять, потому что, конечно, люди с нас за это спросят, они ждут конкретных решений, конкретных шагов, конкретных результатов. И в отличие от многих наших политических оппонентов, мы держим слово всегда. Итоги электорального цикла для Рязанского отделения «Единой России» более чем успешны. У партии 85% мандатов на муниципальном уровне, половине от общего числа чиновников в городской думе и 70% от числа депутатов в Рязанской областной думе. В приоритете партии власти останутся те вопросы, которые волнуют рязанцев – дороги, ЖКХ, развитие промышленности и АПК –
выбранного курса и будут придерживаться. Поддержка электората обязывает. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники Росгвардии проверили безопасность более 500 образовательных учреждений Рязанской области. Это были инспекции контрольно-профилактического мероприятия «Контроль». Основная его цель – профилактика правонарушений и чрезвычайных происшествий на объектах образования. Управление Росгвардии по Рязанской области. Удостоверение частного охранника, личная карточка, форма и документы на посту – это стандартная часть проверки. Для Максима Мартынкина, сотрудника управления Росгвардии, такая работа привычна. Шутка ли, с начала сентября отдел лицензионно-разрешительной работы провел больше 500 таких проверок. Притом и в школах, и в вузах, и в детских садах. Почти половина из них под охраной частных фирм. Сейчас с вами проверим работоспособность снупки вызова отдел неведомственной охраны. По сигналу прибывают коллеги Максима, сотрудники вневедомственной охраны. Осмотрев территорию школы, они заходят внутрь. Что у вас случилось? В настоящий момент проходит проверка образовательного учреждения. Нажатие на кнопку было проверочным. Кнопка рабочая, необходимая документация на месте. Да и охрана свое дело знает. Вердикт однозначный. Проверки. Нарушений установлено не было. Это раз. А во-вторых, опять же, напоминаю вам про осуществление пропускного режима, соблюдение инструкции должностной. Нарушений нет – это хорошее окончание проверочного мероприятия. Однако про картину в целом так и не скажешь. Напомним, проверили больше 500 учебных учреждений. В ходе проверочных мероприятий выявлено порядка 23 правонарушений, из которых 7 нарушений отсутствия удостоверения частных охранников, 17 – это нарушение сроков прохождения периодической проверки, отсутствие личной карточки частного охранника, а также форменной одежды. Штраф за отсутствие карточки частного охранника или формы от 1,5 до 3 тысяч рублей. Если же человек вовсе не прошел периодическую проверку, то его с должности снимают. Вопросы в этом случае уже к работодателю. В конце цикла проверок будет поднят вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц частных охранных предприятий, чтобы в школах учиться было безопасно. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Масштабная акция регионального управления МВД «Рязань. Наш безопасный дом» завершилась. Выездные сессии прошли в Касимове, Сасово и Скопине. Финал был проведен с размахом, как полагается. Самой яркой частью выездной акции у МВД всегда были показательные выступления. Приемы рукопашного боя, в этот раз даже со спецэффектами. Все вокруг в дыму, взрывается. И в этой суматохе сотрудники полиции не теряются. Они четко и грамотно показывают приемы самообороны. На радость школьникам города Скопин. После выставка оружия. Что автомат, что пистолет, все это сотрудники спецназа «Гром» используют в повседневной службе. И даже то тяжелое вооружение, которое не каждый школьник сможет поднять. Но основная задача акции – это патриотическое воспитание молодежи, профилактическая работа, профилактика детских правонарушений, преступности и борьба с наркотиками. Также охватывается тема поступления на службу в органы внутренних дел и в учебные заведения системы МВД России. Такая акция прошла в Касимове, Сасово и Скопине. А то МВД участвовали руководители структурных и территориальных подразделений. В городе Скопине сотрудники и ветераны ведомства рассказали о службе в МВД, поступлении в специализированный вуз и ответили на вопросы слушателей. Параллельно сотрудники читали лекции школьникам, самым юным, о правилах дорожного движения. Соответственно, для того, чтобы переходить дорогу безопасно, чтобы обеспечить свою безопасность и видимость для водителя, существуют такие светоотражающие элементы, как стики. Они могут носиться как на рюкзаке, так и на форме и на одежде. Ребят постарше ждала лекция с сотрудником ПДН. Подростков предостерегли от возможных правонарушений, еще раз напомнили о статьях и сроках. Закончилась выездная акция мюзиклом на основе песен советских мультфильмов. Сюжет прост. Парень хочет вступить в ряды сотрудников органов внутренних дел. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят домушками журналы, на них с восторгом смотришь ты.
каждом из трех городов – Касима, Висасове и Скопине – участников акции принимали тепло. И даже, говорят сотрудники, очень внимательно слушали выступления. В конце обучения можно будет реально подвести итоги, сколько желающих подали свои документы в вузы системы МВД. Прокуратура Александро-Невского района в сети интернет выявлены сайты, на которых размещена информация о продаже устройств, препятствующих системам фото-видеофиксации идентифицировать государственные регистрационные знаки, так называемые номера-перевертыши. Эта информация находилась в свободном доступе и могла быть использована для ухода от ответственности за совершенные водителями административные правонарушения, что также, безусловно, влияет на безопасность дорожного движения в целом. В этой связи прокуратура района в суд направлено 3 административных исковых заявления о признании указанной информации, информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В настоящее время заявления прокурора судом удовлетворены, сайты заблокированы. О Куликовской битве и ее героях мы узнаем еще в раннем детстве, но сегодня мало кто знает о существовании настоящего памятника легендарного события. Посох монаха Пересвета – таинственный артефакт, хранящийся в Рязанском Кремле. Его чудотворные свойства будоражат мышление людей несколько сотен лет. Но действительно ли посох обладает необыкновенной силой, или это лишь красивая легенда? Если верить легендам, то по дороге на поле Куликова, недалеко от нынешнего города Скопин, Пересвет останавливался на отдых. Там, в пещере отшельника, монах-богатырь помолился за победу русского оружия. Потом переоделся в доспехи, а посох оставил в пещере, пообещав, что заберет его после победы. По понятным причинам он за ним больше не вернулся. Так посох и остался. Музей появился в 1924 году. Сдал его член общества исследователей Рязанского края некий Быстровзоров. И тогда он к нам попал из Дмитриево-Ряжского монастыря, который в тот же год закрывался. Однако в 2010 году кусочек посоха отправили на экспертизу. Небольшой, так сказать, образец от этого посоха отправляется в город Киль, в Германию, в институт, где делают ему радиоуглеродный анализ. И там как раз присылают уже результат, что, скорее всего, это яблоневая поросль, из которой он сделан, росла где-то с конца 17-го, может быть, в течение 18 века и до начала 19-го. К сожалению, для нас это не посох Пересвета, а теперь в нашей учетной документации он значится как просто посох. Одним из чудодейственных свойств посоха является избавление от зубной боли, по легенде. Для сохранения красоты и здоровья зубов нужно укусить посох. Из-за таких стоматологов-любителей верхушка посоха обрамлена тысячами отпечатков зубов. Многие пациенты старались откусить кусочек для домашнего лечения и хранения святыни. Многие поколения паломников брали его в руки, там, может быть, грызли, пытаясь избавиться от зубной боли. Прикладывались к нему, и, то есть, может быть, передавали из рук в руки, если это можно было тогда. Я думаю, это, скорее всего, можно было, потому что вещь считалась святой, чудодейственной. Будет новая экспозиция, и посох будет обязательно выставляться, и мы его, конечно же, будем выставлять просто уже как предмет, который легендарно связан с теми великими событиями и с тем, опять же, великим человеком Александром Пересветом. Рядом с посохом в этом же зале хранится кольчуга князя Олега Рязанского. Напоминает о славных временах Куликовского сражения и топонимика Рязанской земли. Села Дмитриевка, Вослебово, Побединка. И хотя поединок Пересвета с Челубеем накануне битвы, скорее всего, художественный вымысел, отображенный в литературном произведении с названием «Задонщина», а был ли он на самом деле, сложно сказать. Легенда о великом богатыре тесно связана с Рязанской землей. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте www.город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго.